Какие там внизу печатают бумажку? Что в машине. А, так, слушайте, скорее я сказал, я уже все буду принести. We want to see, there are two papers, one is a statement, yeah, that one? Statement of the GBC. Итак, мы сегодня рассмотрим два документа, положение GBC. So we have copies, we have some copies, we may not have enough for everyone. Несколько копий вот сделал, для всех не хватит, но что-то есть. But this is a document prepared by the GBC body. Это документ, подготовленный GBC. And they have asked it to be circulated all over the world. И они настаивают на том, чтобы это по всему миру распространилась эта информация. And to be presented wherever there is classes conducted. Везде, где об этом, везде, где об этом можно говорить, это, чтобы было представлено. It's very important. Так, это очень важно. Okay, so we're going to, we got copies? 2 minutes. So we, I've been trying for a couple of days to get these copies. Вот уже 2 дня мы их стараемся получить эти копии. So, this paper, you can read it, maybe we can read it out. Заявление управляющего Совета Международного общества знаний Кришны ИСККОН о положении Шрилы Прабхупады от 9 марта 2013 года. Как ачарья основателя Международного общества сознания Кришны ИСККОН, выдающийся учитель и высший авторитет в нашем обществе, Шрила Прабхупада имеет особое отношение с каждым преданным ИСККОН. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, изначальный Гуру, чья божественная милость нисходит через Гуру Парампару. Шри Кришна освобождает преданного, проявляя свою милость через Чайтю Гуру, Шрилу Прабхупаду, Гуру Парампару, Дикша Гуру, Шикша Гуру, Святое Имя, Шастры и 9 методов преданного служения. При этом Шрила Прабхупада, будучи ачарьей, основателем Международного общества сознания Кришны ИСККОН, является главным гуру для всех членов ИСККОН. Все члены ИСККОН, в том числе и последующие поколения преданных, должны принять прибежище у Шрилы Прабхупады. Все члены ИСККОН могут и должны иметь личные отношения со Шрилой Прабхупадой через его книги и наставления, служа ему в его обществе ИСККОН. Все лидеры ИСККОН, включая Дикшу и Шикшу Гуру, обязаны заниматься служением сообща под руководством управляющего совета GBC, выполняя наставления, которые Шрила Прабхупада дал в своих книгах и лекциях и при личном общении. Первейшая обязанность всех Дикшу, Шикшу Гуру и других преданных, занимающих положение лидеров ИСККОН, помогать Шри Прабхупаде в его служении. Okay. So we're hearing about Prabhupada's position as a Shiksha Guru for all the devotees of ISKCON. Итак, мы видим положение Шри Прабхупады как Шикша Гуру для всех преданных в ИСККОН. And of course the paper is mentioning so many other gurus. Здесь упомянуто есть много других гуру. We want everyone to understand, however, the position which Prabhupada plays within the ISKCON society. Однако мы бы хотели понять, чтобы все поняли особое положение Шрилы Прабхупады в этом обществе ИСККОН. And we expect all the devotees to cultivate a relationship with Prabhupada. И ожидается, что все преданные будут культивировать свои отношения со Шрилой Прабхупадой. At the end of the month, on the 28th is Krishna Janmashtami. 28 августа будет Кришна Джанмаштами. And then the 29th is Srila Prabhupada's Vyasa Puja. А 29-го, соответственно, будет Вьяса Пуджа Шрилы Прабхупады. So that's a very important festival for all the devotees. Это очень важный праздник для всех преданных. And we ask all the devotees in ISKCON that they should write an offering for Prabhupada on that day. И мы просим всех преданных в ИСККОНе писать свои подношения Шрилы Прабхупаде. Right, so this is something you should all be thinking about. You can prepare for that. Мы все должны думать об этом и готовиться к этому. On Prabhupada's Vyasa Puja, we'll have a big feast. На Вьяса Пуджа Шрилы Прабхупады должен быть большой пир. I know you'll all come for the feast.
Знаю, що ви всі приходите на пир. So, and you should also come prepared to read an offering. А також ви всі повинні прийти з підготовленим своїм подношенням. As a Prabhupada disciple and as a sannyasi, I'm allowed to write an offering. We write offerings every year for Prabhupada. Как ученик Прабхупады и саньяси, мне разрешено каждый год тут писать подношение Прабхупаде на всех пуджах. And every center in the world is allowed to write an offering for the Vyasa Puja book. Центру в Искон разрешается вот раз в год писать подношение вот и сдавать его для этой книги Вьяса подношение Шри Прабхупаде на всех пуджах. Of course, that Vyasa Puja book is published in English. Конечно, эта книга печатается на английском. But one of you can write it in Russian and somebody can translate. Но кто-то из вас может написать на русском от центра и ее переведут на английский. But every year you should submit an offering. Но каждый год вы должны подношение. On behalf of Khabarovsk Center. От Хабаровского центра. And I write an offering. I also write offerings for the centers in Thailand. Я пишу моё собственное подношение, также подношение от центров в Таиланде. We have a center in Bangkok. We have another center in Phuket. I write for both the centers. И я вот для этих всех остальных в Таиланде, в Бангкоке и в Пхукете тоже пишу подношение. And then I write one. I have to write one for myself also. И для себя, как я уже сказал, я тоже пишу от себя. So you also have to think about this. Вы тоже об этом должны подумать. You're also Prabhupada's family. Вы же тоже члены семьи Прабхупады. And this paper is encouraging all of you to feel connected to Prabhupada. И это вот этот документ вдохновляет всех вас почувствовать свою связь с Прабхупадой. We explain the whole purpose of initiation is to connect us to the disciplic succession and particularly to connect us to Srila Prabhupada. Мы уже объясняли, что весь процесс инициации заключается в том, чтобы дать нам возможность связаться с цепью ученической преемственности и в особенности со Шрилой Прабхупадой. And that's why every morning we do Prabhupada's Guru Puja. Вот почему каждое утро мы поем Гуру Пуджу Шри Прабхупаде. Just like we have Bhagavatam class, we worship the deities, we also worship Srila Prabhupada. Так же, как у нас есть класс Бхагаватам, поклонение божествам, также у нас есть Гуру Пуджа Шри Прабхупаде. Now there are disciples of many different spiritual masters here. Сейчас здесь вот много находятся ученики разных духовных учителей. If you want to worship your spiritual master, your initiating spiritual master, you don't do it in the temple room. Если вы хотите поклоняться своему гуру, который дал вам посвящение, вы не должны это делать в храмовой комнате. You have to go in another room. В другой комнате можете делать. You can go downstairs, or you can go upstairs. Внизу, вверху. Or you can go, if you're a brahmachari, you can go into the brahmachari room. Или в брахмачарской. But you can't do it in the temple. Но не в алтарной. Right? Because Prabhupada is the one spiritual master for everyone. Поскольку Шрила Прабхупада это один духовный учитель для всех. And similarly, when we do kirtan, we can sing Prabhupada's pranam mantra. We don't sing pranam mantra for any other spiritual master. Никогда мы поем киртан, мы не поем пранамы никому другому, кроме Шрилы Прабхупады. So everyone has to. This is to encourage everyone to feel their connection with Srila Prabhupada. Это должно вдохновлять всех нас на то, чтобы мы углубляли свою связь с Шрилой Прабхупадой. Okay. Can we go on? There's more to read. Итак, Шрила Прабхупада дал в своих книгах, лекциях и приличном общении. Первейшая обязанность всех дикша, шикша, гуру и других преданных, занимающих положение лидера в Искон, помогать Шриле Прабхупаде в его служении Шриле Бхактистанте Сарасвати Такуру, его гуру Махараджу и нашей Брахма Мадхва Галагия Сампрадайи. Слова и поведение преданных, выполняющих в Искон служение Дикша и Шикша Гуру и представляющих учение Шрилы Прабхупады, должны быть образцовыми. Шикша Гуру дает духовное наставление и вдохновение от имени Шрилы Прабхупады и Гуру Парампары. Дикша Гуру дает духовное наставление, вдохновение, официальное посвящение
духовное имя, а позднее передает квалифицированному ученику священной мантры Гаятри. И это его служение Шри Прабхупаде и Гуру Парампаре. Шри Прабхупада ясно объяснил, что преданные, которые строго следуют принципам сознания Кришны, действуют на уровне освобождения и таким образом являются чистыми преданными, хотя в действительности могут еще не быть освобожденными. So Srila Prabhupada, we're explaining here that pure devotee is one who's strictly following the principles of Krishna consciousness. Так здесь объяснено, что чистый преданный — это тот, кто строго следует принципам сознания Кришны. Srila Prabhupada was one time asked by a devotee, Prabhupada, besides you, are there any other pure devotees on the planet? Однажды ученики спросили Прабхупаду, Шрила Прабхупада, кроме вас, есть еще на этой планете чистые преданные? Шрила Прабхупада asked, how many people do we have members in our society? А Прабхупада ответил, а сколько в нашем обществе сейчас членов? So the devotee said, no, there must be 5,000, Prabhupada. И преданный сказал, где-то 5,000, Шрила Прабхупада. So then Prabhupada said, then there are at least 5,000 pure devotees. И Прабхупада сказал, поэтому как минимум 5,000 преданных на планете есть чистых. In other words, everyone who's following the four regulative principles and chanting 16 rounds is on the platform of pure devotional service. Другими словами, любой, кто повторяет 16 кругов и соблюдает 4 принципа, находится на уровне чистого преданного служения. They may not be liberating souls. Они могут не быть освобожденными душами. But they're acting on the platform of a liberated soul. Но они действуют как будто на уровне соответствующим действиям освобожденной души. They're following the example of the liberated soul. Они следуют примеру освобожденных душ. So in this way, everyone has their own choice on who they accept as a spiritual master. Итак, у каждого есть выбор личный, кого избрать своим духовным учителем. We do not insist on people that they have to be initiated, or when they have to be initiated, or by who they have to be initiated. Мы не настаиваем, не подталкиваем людей к инициации, что ты должен быть инициированным вот тогда-то, или тем-то. It's everyone's own choice. Это личный выбор каждого. So these principles have to be properly understood. Этот принцип нужно правильно понять. And just because someone is acting as a spiritual master, it does not necessarily mean that he is a liberated soul. Если кто-то действует в качестве духовного учителя, это вовсе не обязательно означает, что он освобожденная душа. And Prabhupada made it clear that it's not required that he has to be a liberated soul. И Прабхупада ясно дает понять, что это даже и не нужно, чтобы он был освобожден душой. But what is required is that they have to strictly follow the disciplic succession. Но то, что действительно нужно, так это то, чтобы этот человек строго следовал ученической преемственности. So these points are being made here. Здесь об этом говорится. Чистота преданного служения определяется не положением или ролью преданного в ИСККОН, а уровнем духовного сознания. Преданные, выполняющие в ИСККОН служение Дикша или Шикша Гуру, обязаны строго следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, и пока они следуют этим наставлениям, они действуют на уровне освобождения, и потому могут служить по указанию Шрилы Прабхупады в качестве истинных представителей Господа и Гуру Парампары, и быть прозрачной средой, передающей их милость. В то же время следует ясно понимать, что если Дикша или Шикша Гуру перестают строго следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, они могут пасть со своего положения. Таким образом, быть Дикша Гуру в ИСККОН означает совершать служение под руководством GPC, сотрудничать с другими авторитетами ИСККОН и в соответствии с указанием Шрилы Прабхупады быть квалифицированным гуру. Данное заявление является окончательным, но не исчерпывающим. В будущем GBC может принять дополнительные заявления и документы, содержащие дальнейшее описание выдающегося положения ачарьи-основателя Шрилы Прабхупады, роли и обязанности преданных, служащих в нашем обществе в качестве гуру, а также связанных с этим обязанностей членов ИСККОН и инициированных преданных. В
Все члены GBC обязаны распространить эту резолюцию по всем храмам и общинам ИСКОН через любые средства связи для просвещения всех членов ИСКОН. Данное заявление следует изучать на образовательных курсах ИСКОН, включая вводный курс, курс по гуру-татве, семинары по духовному лидерству, а также в ходе встреч, посвященных этой тематике. Прочтение данного заявления следует сделать частью теста для всех кандидатов на получение посвящения. Last year, when I was here, I did present part of the disciple course. В прошлом году, когда я здесь был, я представил вам часть курса, посвященному ученичеству. And the subject matters which are presented there in the disciple course are very relevant and very much similar to what's being taught here. И предметом этого курса, посвященных ученику, являются те же самые вещи, вот, которые очень похожи на те, которые описываются в данном документе. And I would request maybe Nanda Kumar Prabhu or some other senior devotee here that I will give them the material for that disciple course and in future they can teach it again to the devotees. Я бы попросил здесь преданных, чтобы я дам им этот курс, материал, чтобы он когда-нибудь еще был здесь воспроизведен. Because often devotees have many misconceptions about the position of the spiritual master. Поскольку часто преданные имеют какие-то неверные представления о положении духовного учителя. Just like we know we're not the body, but we have to hear it again and again. Так же, как, например, мы знаем, что мы не являемся этим телом, но мы должны слушать об этом снова и снова. In the same way, this knowledge about the position of the spiritual master and Srila Prabhupada is very important. We have to hear it several times. Подобным же образом, эти предметы о положении духовного учителя и Шри Прабхупады очень важны, и мы должны слушать их снова и снова. You can just read these other things. Более подробно о духовных отношениях и обязанностях рассказывается в документе линии руководства, одобренном GPC в 2012 году. Все члены движения сознания Кришны действуют в соответствии с указаниями Верховного Господа, полученными через тех, кто неукоснительно следует всем его наставлениям. Пусть ученик сам не является освобожденной душой, но если он строго следует указаниям Верховного Господа, который обладает абсолютной свободой, то все его действия сразу же освобождаются от налета материальной скверны. Поэтому Господь Чайтанья говорил: «Я приказываю тебе стать духовным учителем». Тот, кто обладает твердой верой в трансцендентные слова Верховного Господа и следует всем его наставлениям, сразу же становится духовным учителем, Шримад Бхагаватам 4.18.5 комментарий. А также освобожденные гуру и ачари не ошибаются. Однако есть те, кто обладает меньшей квалификацией или не освобожден. Тем не менее, они могут выступать в роли гуру и ачари, строго следуя ученической преемственности. А письмо Джанардани 68 года. А также мы можем не быть полностью совершенными, но если мы, насколько это возможно, следуем наставлениям, то насколько мы следуем, настолько мы совершенны. Так достигается совершенство. Необходимо следовать наставлениям, попытайтесь понять. На примере, опытный технолог, техник или механик делает свое дело, а кто-то трудится под его руководством. Этот кто-то строго следует руководству специалиста и потому тоже специалист. Он может не обладать полной квалификацией, но его труд квалифицирован. Понимаете? Это потому, что он действует под руководством специалиста. Понимаете? Поэтому, если вы следуете за чистым преданным, вы тоже чистый преданный. Полной чистоты может не быть, так как мы пытаемся избавиться от обусловленности. Но если мы строго следуем за чистым преданным, то мы тоже чистые преданные. Мы чисты, пока следуем. Поэтому чистый преданный – это не только тот, кто уже полностью очистился. Если он придерживается этого принципа, следует за чистым преданным, тогда его действия и он сам чисты. Это не мое толкование, об этом сказано в Бхагаватам. Махаджана Йена Гатаса Пантха, читание Чайтамрита Матхи 17.186, лекция и беседа. So there's always some discussion about Srila Prabhupada's position.
Всегда происходит различное обсуждение положения Шрилы. And there's even a group of people who promote a rhythmic philosophy that Srila Prabhupada is actually giving diksha. Есть даже группа так называемых исповедующих так называемых философию ритвиков, которые говорят, что Прабхупада это единственный дикша-гуру. And we have had a history in our society of spiritual masters, people in the position of spiritual masters having spiritual difficulty. И в нашем обществе есть пример того, как преданные, исполняющие роль духовных учителей, испытывали духовные трудности. So all of these things have created some confusion in the minds of devotees. Все подобные вещи производят некий хаос в умах преданных. And in order to remove that confusion and doubt, this paper has been brought up. И вот чтобы устранить это смущение и сомнение, было разработано это бумага. And we hope it will make things more clearer for the members of the society. И я надеюсь, что это все прояснит все эти предметы. Any questions about this, on the position of Srila Prabhupada or the spiritual master? Вот об этом есть какие-то вопросы о положении Шрилы Прабхупады и положении духовного учителя? Where are the papers? You can distribute. You've got them there? Да. Надо распространить, сколько возможно. Какие из них? Две линии руководства? Не то, что мы сейчас повторили, да? Нет, вот это. Вот это? Puja day of our spiritual master. Can we conduct in all altar? Yes, that can be done in the temple room. Да, за пуджи можно проводить алтар. On that one day, on this Vyasa Puja, the present spiritual masters can take worship in the temple room, or their Guru Puja can be performed in the temple room. Да, в этот день конкретный его Vyasa Puja можно провести. Это праздник в алтарной комнате, провести пуджу, все остальное. That's the exception. Это исключение. Okay, we have this in soft copies also. If you're an internet user, you can give your email, we can give you forward a soft copy. И также, кто хочет получить вот это все в таком цифровом формате, то дайте мне свой адрес электронный, и я вам вышлю на него эти документы. The second paper is on harmonizing ISKCON. Вторая бумага, которую мы сейчас коснемся, это гармонизация линии руководства в ISKCON. We have been explaining in the recent few days, in the evenings, how there are different lines of authority within ISKCON. Вот мы уже пару вечеров говорили о том, что в ISKCON есть различные линии руководства. Who is the authority? Кто является здесь авторитетом? Who is an authority in ISKCON? Кто авторитет в ISKCON? Sankirtan leader, right? Yeah. Who? Prabhupada. Prabhupada, yeah. How does Prabhupada give instruction? Where do you get inspiration? Где вы получаете наставление от Прабхупады? From books. From his books. Not only books. Where else? Не только из books. Откуда еще? От президента храма. От других преданных.
from different devotees, from lectures. From Prabhupada's lectures. Russian devotees are very fortunate. All Prabhupada's lectures have been translated to the Russian language. You can be hearing Prabhupada's lectures. Слушайте лекции Прабхупады. You're very fortunate. In China we haven't done anything like that. Вы очень удачливы. Например, в Китае у нас ни одной лекции не передано. Russian devotees have a lot to be thankful for. А русским есть за что быть благодарными. You can be hearing Prabhupada's lectures every day. Можете слушать лекции Прабхупады каждый день. Мы видели только за 75-й год. We saw only translated lectures up to 75. Yeah. Really? There's not a stick from 75. Two more years. Anyway, you've got a lot of. So we say Prabhupada's one authority. Who else is an authority? Nanda Kumar's one authority. Who else is authority? Prabhupada is authority. Кто еще авторитет у нас? Shiksha and Diksha Guru. Diksha and Shiksha Guru. Yeah. Who else is authority? Кто еще? GBC. GBC? Okay. Who else? Кто еще? National Совет. National Council. National Council. Okay. Who else? Еще кто? Temple Commander. Temple Commander. Комендант храма. Президент храма. Regional Council. Региональный секретарь. Temple Council. Совет храма. The temple council, they're also an authority. They decide policies for the temple. Совет храма это авторитет, он же вырабатывает всю политику храмовую. So we can see there are many different authorities. Итак, смотрите, сколько авторитетов уже набралось. So this paper is about bringing to helping us to understand this these different authorities. И вот этот документ посвящен тому, как гармонизировать вот все эти виды авторитетов между собой. Now this is a much longer paper. I think there are 11 pages. Это гораздо больше документа, он занимает 11 страниц. We're not going to read it all. Мы не будем весь его читать. But those who are interested, you can get a copy. Но кому интересно, можно вот копию у Эмиля получить. Maybe some of you who are particularly on the council members. Особенно тем, кто входит в состав Совета Храма. You should read it, you should go through it. Вы должны это читать и вникать в это. And anybody else who is interested. И любой другой, кому интересна эта тема. So basically the paper is describing, we'll just look at the headings and see what... Давайте посмотрим в целом, о чем этот документ говорит. So it begins describing that why this paper is written, how there's been conflicts about different authorities. Сначала описано, почему вообще возникла нужда в этой в таком документе, описана как история конфликта между двумя видами авторитетов в ИСККОН. The problems often come about because of people like me who think they're an authority because they're a guru. Проблемы часто возникают, что порой из-за того, что люди подобные мне, которые занимают положение авторитета, гуру. So, we have to understand that the spiritual master is not just only the one who initiates, but is also the one who's giving instruction. Мы должны понять, что духовным учителем является не только тот, кто дает инициацию, но и тот, кто дает наставление. Now you said many people are giving you instruction. There are many authorities. Вы можете сказать, я от многих получаю наставления, у меня много, значит, авторитетов. So they are also gurus. Они тоже для меня гуру. Yeah, they also take the karma. И они тоже берут карму на себя. Yeah, did you know that? Знаете вы это? Yeah, GBC, Prabhupada said the GBC, they take the karma. Прабхупада говорит, что GBC берут карму на себя. He said, just like Yamaraj, you know, he got cursed. Знаете, как, например, Ямарадж, он был проклят. Because he did something which was not fair. А он потому что сделал что нечто неподобающее. Мандука Муни was cursed, was sentenced to death. Мандука Муни был осужден на смерть. But he hadn't done anything.
Но он ничего не сделал такого. He was in his cave, and some thieves came in his cave, and then the policemen came and they arrested all the thieves, and they arrested Mandukka Muni also. Мандука Муни сидел спокойно в своей пещере, медитировал. Вдруг к нему забежали какие-то воры, а потом за ними прибежала полиция, схватила всех воров и также и этого Мандукки Муни вместе с ними. So they thought Mandukka Muni was a common thief. Они подумали, что этот Мандукка Муни обычный вор. And he got sentenced to death along with all the other thieves. И его приговорили к смерти наряду со всеми остальными ворами. But then the king found out that a great yogi had been sentenced to death by mistake. И тут до царя дошло это известие, что великий йог осужден на смерть вместе с ворами. So then the king quickly came and somehow they found Mandukka Muni just before he was killed, and then he begged the pardon, he begged the Muni to forgive him. И царь быстренько прибежал туда, освободил этого Мандукки Муни, и извинялся очень сильно за это дело. So Mandukka Muni forgave the king, and then he went to see Yamaraj, to ask Yamaraj, why did that happen to him? И Мандукка Муни простил царя, но отправился к Ямараджу, к богу смерти, спросить, почему это такое с ним случилось. And Yamaraj said, when you were a little boy, you used to take pieces of wood and you pierce insects. И Ямараджа ответил, ты когда был маленьким ребенком, ты брал соломинку и протыкал муравьев, всяких насекомых. So the reaction was, Mandukka Muni was going to be pierced to death. И реакция за это должна была быть то, что его должны были пронзить копьем. So Mandukka Muni thought, this is not fair, I was only a little child, I shouldn't be punished like that for killing insects. И Мандукка Муни сказал, ну это несправедливо, я же был маленьким ребенком, нельзя за такое обрекать на смерть, потому что это протыкал насекомых. So he cursed Yamaraj. И поэтому он проклял Ямараджу. Yamaraj had to become a sudra. Ямарадж, ты станешь шудрой. He came as Vidura. И он пришел как Видура. And took part in the pastimes of Lord Krishna. И принял участие в играх Господа Кришны. So Prabhupada told the GBC, he said, you all have to be careful. He said, just as Yamaraj got cursed, if you do anything wrong, you will also be cursed. И вот подобным же образом Прабхупада предупреждал членов GBC, вы подобны Ямараджу в этом положении, если вы что-то неправильно сделаете, на вас будет наложено проклятие. So this is something, a problem which we all face. Так это проблема, с которой мы все имеем дело. We take a position, we take some responsibility within ISKCON, and we may have to take some reaction. То есть мы стараемся вот взять на себя ответственность, какое-то положение в ИСКОН, но за это мы можем получить реакцию определенную. So we ask all of you to help us, protect us. Поэтому просим всех вас, помогите нам и защитите нас. We hope if we're doing anything unfair, then you will tell us, you'll warn us. Если мы что-то неправильно, несправедливо сделаем, пожалуйста, вы нас информируйте об этом. Okay, so a spiritual master is not only Diksha, but also Shiksha. Итак, духовный учитель это не только Дикша-гуру, но и Шикша-гуру. And then the paper speaks about the authority within ISKCON. Дальше документ говорит о авторитетах в ИСКОНе. And we understand there are two basic lines of authority. И понятно, что есть две основных линии руководства. One is the material, and one is the spiritual. Одна из них материальная, другая духовная. And both are important. Обе важны. We need also to be well organized materially. Мы также нуждаемся в том, чтобы быть хорошо организованы с материальной точки зрения. No, you may argue, no, we're a spiritual society. We don't need the material. Кто-то скажет, не, мы духовное общество, мы вообще в материальном ни в чем не нуждаемся. Then that means no prasada. Это значит, прасада не будет. Means no temple. Никакого храма не будет. Just go and chant in the park. Просто в парке будете петь. And no heating in the temple in the winter time. Никакого тепла не будет в храме. So we need both. We need the material and the spiritual. Так нам нужно и то, и другое, и материальное, и духовное. Generally, the material line of authority is managing, looking after the affairs.
Обычно материальная линия руководства, она занимается руководством, управлением, смотрит за материальной стороной дела. Sometimes you have to deal with the government. Порой приходится иметь дело с правительством. Are you registered here? Вы здесь зарегистрированы? Yeah, yes. Registered. Yeah, you have to be registered. Right? Every year you have to give accounts, a report. Yeah. Every year they have to prepare accounts. You have to show the government what we're doing. То есть правительству нужно каждый год отчитываться, чем мы занимаемся, какие у нас отчеты. How much money is being received and how it is being spent? Сколько денег поступило к нам, как мы их потратили? It takes time, takes work. It's a lot of work for people. И это требует времени и работы. It's not just sitting chanting Hare Krishna all day. То есть не пойдет просто целый день воспевать Хари Кришну. It's not just only distributing books. И это не только распространять книги, значит. So there's the two lines of authority. One is managing, and the other is doing the more spiritual work, the preaching, the sankirtan, the deity worship. Итак, вот есть одна линия руководства материальная, другая духовная. Проповедь самкиртана, поклонение божества. So in this paper they discuss how these two lines of authority have to work together. И этот документ объясняет, как вот эти две линии руководства должны сотрудничать друг с другом. And as devotees, all of us are disciples, we have to be obedient to both lines of authority. И как преданные, как ученики все мы, мы должны быть подчиненными, послушными обоим этим линиям руководства. The problems often come that sometimes devotees are very fanatical and say, I only take orders from my guru. My guru told me to do it. Проблема часто возникает из неправильного фанатичного понимания вещей, когда мы говорим, я буду следовать только тому, что сказал мне мой гуру. But we have to also work within the temple authorities, the managers of the temple. Но мы же должны также сотрудничать с храмовыми руководителями. So within this paper, they are describing the duties of the managers and the duties of the preachers, the gurus, the duties of the disciples. Итак, этот документ описывает обязанности менеджеров, обязанности гуру, проповедников и обязанности учеников. And it discusses these different, the paper explains the different lines of authority. Описывает вот эти разные линии руководства. And it explains the difference between the two, how they separate. Показывает разницу между двумя этими линиями руководства. And the paper also goes on to say that they give more importance to the managerial line of authority. Дальше документ подчеркивает большую важность придает материальной стороне руководства. If you look at the history of ISKCON, there was an interesting situation during the time of Radha Damodar in USA. Если мы посмотрим на историю ISKCON, мы видим интересную ситуацию во времена группы Радха Дамодара в Америке. Tamal Krishna Goswami and some other sannyasis were leading groups of brahmacharis, and they had many buses, and they were traveling all over America doing sankirtan. Tamal Krishna Maharaj и другие саньяси, они на автобусах с другими брахмачари путешествовали по всей Америке, занимаясь санкиртаной. And they would often attract some of the best book distributors. И часто они привлекали в свою группу лучших распространителей книг с разных храмов. And this was a problem for temples. И для храмов, естественно, возникали проблемы. And so finally it came to Prabhupada that the temple presidents were all unhappy because he had lost so many of their men to the Radha Damodar party. И в конце концов эта проблема дошла до Шрилы Прабхупады, что все президенты храмов, из которых забирали лучших распространителей, они были этим недовольны очень. And what did Prabhupada do? И что же сделал Прабхупада? Prabhupada told Tamal Krishna Maharaj, he said, I'm taking everything away from you and you go to China. И Прабхупада решил это так.
я у тебя все забираю, он сказал тому Кришна Махараджу, и отправляйся в Китай. He was leading many buses and vehicles, and over 100 young brahmacharis were all fired up to distribute books. И так у него, представьте, была группа из множества автобусов, около сотни таких вдохновленных брахмачари, которые все распространяли книги. And Prabhupada said, I'm taking it all away. И Прабхупада сказал, я у тебя все это забираю. He said, if you don't want to go to China, then go to Mayapur, sit there and chant Hare Krishna. А если в Китай не хочешь ехать, тогда разве в Майяпур и там сиди и повторяй Hare Krishna. Actually, they were already in Mayapur. This took place at the GBC meeting. And Prabhupada told me, you just stay here in Mayapur and just chant Hare Krishna. Это уже было происходило все в Майяпуре, вот на заседании GBC. Просто Прабхупада сказал, оставайся здесь и повторяй Hare Krishna. So Prabhupada was concerned, he wanted to see that the temples were also maintained. Так Прабхупада был озабочен этим, он хотел видеть, что храмы также поддерживаются. And so this paper has been written to help us to understand the relationship between the different authorities. Так вот этот документ был разработан для того, чтобы помочь нам понять взаимоотношения между двумя видами руководства. And this authority, of course, this has to be our position as an authority is based on faith, that people have to have faith in the instructions coming from the authority. И положение авторитетов зависит от веры, в которую люди вкладывают в их слова. But that, so this is important for all the authorities, all the people who are in authoritative positions. They have to cultivate the devotees so that the devotees can have faith in their decisions. То есть это очень важно для авторитетов, чтобы то, что они говорят, делают, вызывало веру в преданных. Then the paper goes on to mention the spiritual masters are not independent. Дальше документ описывает то, что духовный учитель не является независимым. We have seen incidents within ISKCON that sometimes, even in Russia, the one spiritual master, Harikesh, right? He was a spiritual master, initiating devotees all over Russia. And then he left ISKCON, and people followed him. Были уже случаи в ISKCON, вот в России, в частности, вот с Харикешей была такая ситуация, он инициировал преданных по всей России, и когда он ушел, некоторые преданные пошли за ним. It created havoc in ISKCON. Буквально хаос такой воцарился в ISKCON. People thought, he's my guru, I have to follow my guru. И люди думали, это же мой гуру, я же должен за ним следовать. We did not have the right understanding of the position of the guru. Но это значит, мы не понимаем правильное положение гуру. They were going to leave ISKCON and go and follow someone just because they thought he's my guru, he gave me initiation. Люди готовы были покидать ISKCON и делали это, думая, это же мой гуру, он дал мне посвящение. So we want everyone to understand the spiritual masters who initiate in ISKCON are also members of ISKCON and they are under the authority of ISKCON. Мы должны понять, что духовный учитель, он также является членом ISKCON. И он дает нам посвящение именно в ISKCON. And the ultimate managing authority in ISKCON is the GBC. И он также является подчиненным в ISKCON высшему руководящему органу GBC. The GBC body. Then it's mentioned disciples should avoid creating conflicts between their authorities. И так говорится здесь, что ученик должен избегать конфронтации между вот разными авторитетами. So we sometimes see in their enthusiasm to follow an instruction, they sometimes the disciples can create some conflict. Мы иногда видим, что ученик в своем энтузиазме следовать какому-то авторитету может вот это может приводить к конфликту. And we ask all the devotees to be careful of this, not to be fanatical, but to communicate and to be willing to hear from others. И мы просим здесь преданных не быть фанатиками, а стараться общаться и выяснять как бы все взаимоотношения со всеми видами руководителей. So the purpose of this paper is to educate those who are disciples of a spiritual master. Итак, смысл этого документа в том, чтобы
дать образование ученикам, другому учителей. They have to clearly understand first of all the position of Srila Prabhupada. Прежде всего они должны ясно понять положение Шрилы Прабхупады. They have to understand that their own spiritual master is under the authority of the GBC and he's not independent. Они должны понять, что его духовный учитель не независим, он сам подчиняется GBC. And a spiritual master does not have any right over ISKCON resources. И духовный учитель не имеет никаких прав на ресурсы ИСКОН. We shouldn't, in the same way, the spiritual master should not take advantage of his disciples. И также духовный учитель не должен манипулировать учениками, как от них что-то получать. And the disciples should follow, just as the spiritual master follows. То есть гуру сам должен следовать подобно тому, как следуют его ученики. Everyone has a duty to surrender to Krishna. И у всех одна обязанность предаться Кришне. Then there's a section about the conduct of the spiritual masters. Затем раздел о духовном учителе. How they have to work with the in cooperation with the temple authorities. О духовном учителе, вернее. Как они должны действовать, сотрудничая с авторитетами храма. Particularly when spiritual masters come to visit, they should be requested to talk on particular subjects. В частности, когда приезжает духовный учитель, идеально, чтобы он говорил на те темы, о которых ему попросят говорить. So one of the things which has been, I've been asked to speak about is cooperation. Вот меня, например, сейчас попросили поговорить по сотрудничеству. And this is an issue in practically every part of the world. И это такой предмет, который актуален практически повсюду в мире. Then this paper goes on to describe the duty of the managers. Дальше описаны обязанности менеджеров. That they are encouraged to give advice to the spiritual masters. А их вдохновляют давать советы духовным учителям. And to protect the faith of the devotees. И защищать веру преданных. And they are encouraged also to have a system of devotee care. И также их вдохновляют создавать систему заботы о преданных. Looking after all the devotees, somebody's having spiritual problems, we should be concerned for them. Нужно смотреть за преданными, особенно за теми, у кого какие-то духовные трудности, нужно проявлять эту заботу каким-то образом. These are all duties of the managers. Это все обязанности менеджеров. And the managers also have to inform spiritual masters about the health of their disciples. И менеджеры должны информировать духовных учителей о духовном здоровье их учеников. And they have to also supervise the system of initiation and make sure that only qualified people are recommended for initiation. А также обязанностью менеджеров является рекомендация для инициации для только квалифицированных преданных. Initiation is not done just simply by the decision of the spiritual master. То есть духовный учитель один не может принять решение давать ему посвящение кому-то или нет. And that goes for first and second initiation. Это и для первой, и второй инициации работает. It has to be the decisions made by the temple body. То есть вот такое решение, рекомендация на инициацию должно выноситься авторитетами храма, менеджерами. They have to recommend. Они должны рекомендовать. Okay, so this is the main points which are mentioned in this paper. Это основные моменты этого документа. Are there any questions? По нему есть вопросы? Хотел спросить, члены совета тоже берут карму? And temple council members of temple council also take karma? If they make bad decisions? Yeah, if you make a wrong decision, if you punish somebody unjustly or something, then of course we have to expect some reaction for it. Конечно же, если вы вынесете какое-то неверное решение, в результате которого преданные будут страдать,
то вы, несомненно, понесете реакции и будете страдать тоже. Prabhupada was warning all of us. We have to be careful everything we do. Prabhupada нас предупреждал, что мы должны быть очень внимательными во всем, что мы делаем. If we act without consciousness of Krishna, without proper care, consideration, then we may get reaction. We can get reaction. Реакции мы можем спокойно получить, если мы действуем не в сознании Кришны и без должного заботы, заботы и как бы очень тщательного рассмотрения конкретно каждого случая. Of course, those reactions can be minimized by the grace of Krishna. Krishna can recognize that the devotees were sincerely trying, but they made some mistake. Конечно же, такие реакции могут быть минимальными, поскольку Кришна может их смягчить, видя, что преданные старались как могли вынести наилучшее решение. Yeah, we're genuinely endeavoring to serve Krishna and to please Him, and if by chance we make some mistake, then we won't get much of a reaction. Если мы искренне очень пытались удовлетворить Кришну в какой-то ситуации, но случайно допустили какую-то ошибку, то, безусловно, реакции не будут сильными. But Prabhupada did write a letter like that, telling the GBC they should be careful. Но Прабхупада писал вот письма такие, предупреждает GBC о том, что они должны быть очень внимательными. Maybe it was quoted in a lecture when Prabhupada was giving class. He was speaking, when he spoke that story about Yamaraj. Вот он эту историю на лекции рассказал, вернее, о Ямарадже. At that time he said the GBC have to be careful. И сказал потом, что GBC должны быть очень внимательны. Скажите, пожалуйста, а реакции приходят лично членам, которые там людям, которые выносили решение неправильное, или они сказываются на, ну, на как бы на якоре или на то место, чем управляют эти люди? А чего имени они это решение принимают? Реакции кому придут, храму, допустим, или самим членам там совета, которые вынесли неправильное решение или еще что-то? Храму, в смысле? Ну, допустим, храм будет, ядра будет, общение на всех преданных общины? Получается, все косвенно. Ну, вот надо тут детализировать, что-то еще что-то там. Либо просто каждый там лично пострадает. So, wrong decision was made. Reaction will come to temple council, for example, or it will be distributed amongst all congregation. For example, we don't have any light or heat, and all devotees will suffer. Yeah, well, if all the devotees suffering, then you will take some reaction for that. If you make all the devotees suffer, then you may also get more reaction. То есть, если ситуация такая, что все преданные страдают, ждать каких-то ситуаций, то вы еще больше реакции за это получите, как ответственные. Лично. If the devotees deserve to have heating, by neglect of a devotee, they don't get heating, then yeah, you get the reaction, the person who's responsible. Если недополучают необходимых вещей, вот в частности тепла, то вы получите реакции за то, что вы ответственны за это. Ну да, but his point was, if temple council took some wrong decision, reaction will come to them, or it also can be distributed amongst all devotees. It would be expected it would come to the council. Ожидается, что на тех, кто принимал решение, в частности, на совет храма. But because the council are supervising the temple, so these reactions may be distributed to the congregation. И поскольку этот совет храма, он завязан на всю общину, то через них также могут и другие преданные страдать. Because the council is doing so much service for the congregation, so they can distribute their reactions among the congregation. То есть они вот свои реакции могут распределить на всю общину, поскольку они так сильно на ней завязаны, оказывая множество служений. Just like when Indra had sinful reactions, he had to suffer sinful reactions. He gave the sinful reactions to people who he had given benedictions to.
Например, вот Индра, он когда должен страдать от грехов, он эти грехи распределил среди тех людей, которых он при этом наградил каким-то благословением за это. Right, Indra had killed a brahmana. Indra убил брамана. And he was supposed to suffer the sinful reaction. И должен был за это страдать. But he shared the reactions among. Но он этими реакциями поделился. Well, he gave the one. He had given a blessing to trees that when they were cut, that they could grow back the branches. Например, он дал благословение деревьям, что когда их будут обрубать ветки, они будут вырастать снова. So that when the trees took their share of Indra's reaction, then they could produce sap. Но когда эти деревья разделили эти греховные реакции с Индрой, они приняли эти грехи в свой сок. And water could be divided, could be put everywhere in everything. It could be mixed with water. You can mix water with fruit juice, you can mix water with milk, you can mix water into many different things. Вода, например, вы ее можете смешать с чем угодно. С сутом, соком, с молоком, с чем угодно. You have rice, potatoes, you can mix water in there. If you cook rice or you boil potatoes. Вам везде нужна вода, если вы готовите рис, картошку, варите. So the reaction came in water that there will be bubbles and foam. И это вот благословение воде такое было дано. Она везде нужна. Но реакция пришла в том, что в ней образуются вот эти пузырьки, пены. So then, и в них грехи. Also the land was given blessing that the ditches, what were the ditches and land could be leveled everywhere, and instead of having ditches and holes and things, and they could fill it up with earth. Земля получила такие от него благословения, что все всевозможные ямы, канавы, обрывы всякие, в общем, дырки в ней, они все будут засыпаться землей, то есть сравниваться. And the reaction came on the land that there would be desert. Но в качестве реакции земля получила пустыни. And then women were given also a blessing that they could enjoy lusty desires even during pregnancy. Женщины получили благословение в форме того, что могли удовлетворять свою похоть, даже будучи беременными. And their share of the reaction from Indra came that they have to suffer monthly menstruation cycles. А реакции они получили в форме своих вот ежемесячных дел. So in this way Indra got rid of his sinful reactions of killing a brahman. Таким образом Индра избавился от всех грехов, положенных ему за убийство брамана. He'd given benedictions, so he shared. He'd given them benedictions, so they owed him something, so he gave them a share of sinful reactions. И так он им и дал благословение одновременно, и в то же время распределил между ними свои грехи. So in the same way, you know, the council, temple council, are doing a lot of service for the temple. Таким же образом, допустим, член совета храма, он оказывает большое служение храму. They do a lot, they make all the arrangements. They make sure that everything, all the programs go on. То есть у них множество служений, все они организуют, чтобы все шло своим чередом. They arrange different devotees to come and visit, give classes. Вот, организуют, чтобы разные преданные приходили, давали лекции. They organize festivals. Фестивали, все праздники организуют. They have to. They make sure there's always prasadam and the worship goes on. Заботятся о том, чтобы всегда был просад, чтобы поклонение шло. So we're indebted to the council. Итак, мы попадаем, как бы мы становимся обязанными в этом смысле членам совета храма. So if something does go wrong, and if it is the fault of the council, then they can share these reactions onto the congregation. И если что-то идет неправильно, то есть в результате ошибки совета храма, то эти реакции за это могут также быть распределены среди всех преданных. And that's only fair. That's quite fair, I think. Quite justified. А, и это я считаю справедливым.
Хорошо, я хотел, чтобы вы пояснили, что значит страдание, ну, какие страдания преданного совет, ну, может, член совета может причинить. Вот, то есть я, например, подошел к совету, допустим, за такой рекомендацией, мне не дали, я очень страдаю. И будут ли они за это отвечать? What kind of reaction members of temple council may get? For example, if I approach to temple council for example recommendation and I was rejected and I will suffer very much. Will temple council get reaction for my suffering? A recommendation for initiation? Yeah. And, for example. And what happens? And I was rejected. No recommendation. And I'm suffering due to this. Will they get also a reaction for my suffering? Well, that kind of suffering is more in the mind. Такой вот вид страдания, он больше в уме происходит. It's not really suffering. It's not really. Это не страдания такие настоящие. But the temple council know who is qualified for initiation. Совет же храма знает, кто квалифицирован для инициации. They consider the situation of the different devotees and they understand who is best qualified, if they're actually eligible for initiation. Они смотрят вот на конкретного преданного, кто уже достоин получить посвящение. It's the duty of the temple council to protect the spiritual master. Это обязанность руководства храма защищать духовного учителя. Because if the spiritual masters have to accept unqualified people for initiation, they have to get sinful reactions. Они сами получат греховные реакции, если допустят то, что какой-то неквалифицированный человек получит посвящение. When Prabhupada was very sick, he held up his arm, it was just bones, and he said, this is the result of accepting unqualified disciples. Вот Прабхупада был очень болен, однажды он поднял руку, и это просто были кости одни, он сказал, вот это реакция за принятие неквалифицированных учеников. So he was warning the devotees, you have to be very careful when it comes to giving spiritual initiation. И так он предупреждал, что преданные должны быть очень внимательно относительно этого посвящения. That's why these papers have been written. Вот почему эти документы вот пишутся. And that's why we had also this disciple course. Почему вот есть этот курс учитель и ученик. It's a very serious business to give initiation. Это очень серьезное дело давать посвящение. And it's also a serious responsibility for those who accept initiation. И очень серьезное дело для тех, кто получает это посвящение. We should not take it lightly. We should not make a farce. Мы не должны это легко как бы подходить к этому, превращать в фарс. We ask, you know, people vow to follow regulative principles and to chant a minimum number of rounds. And if they don't do it, then they're, that's an offense. Ведь мы же просим людей повторять всю жизнь эти 16 кругов и следовать четырем регулирующим принципам, и если это они не будут этого делать, пообещав при этом, это будет с их стороны оскорблением. And the offense, the reactions of the offense come on to the spiritual master, because the spiritual master is taking the responsibility for that disciple. И реакции за это оскорбление придут к духовному учителю, поскольку духовный учитель теперь посвящение ответственным за этого ученика. Это был просто пример, я хотел понять, какие все-таки, если это, ну, страдания, как бы не еще умственные, то о каких страданиях тогда вы говорили? It was just an example about suffering in the mind, but what kind of suffering, real suffering you meant when temple council may get? If we make some wrong decision. Well, we can get involved in legal problems. Например, вы можете быть вовлечены в какие-то проблемы с властями. We can get a, a,
involved in a lot of arguing and quarreling. Или множество у вас возникнет среди вас аргумент споров и ссор. We can lose our faith in the practice of Krishna consciousness. Вы можете начать чувствовать, что вы теряете веру в процесс сознания Кришны. We can become more drawn to materialistic activity. И больше будете чувствовать склонности к материалистической деятельности. We lose our taste. Будете терять вкус к material world starts to look more attractive. Духовной жизни, и, соответственно, материальный мир начнет вам казаться более привлекательным. We actually think maybe there is some pleasure in the material. Начинаем думать. А может, все-таки есть в этом мире наслаждение? That's the reaction. Таковы реакции могут быть. Во-первых, у меня два вопроса. Первый, может ли гуру разорвать отношения с учеником? И может ли также совет храма продавать рекомендацию этому же принципу, чтобы отозвать свою рекомендацию? Ну, отказаться от непослушного человека, там, угодно. Уже после посвящения? Да, после посвящения. То есть, после того, как есть второй вопрос, что вот эти реакции, они как бы одинарные, один раз приходят за один неправильный поступок, и они могут тянуться как бы долго, пока эта проблема будет существовать. So this kind of reaction will come to us only once, or it will exist up to point when this problem is existing. Well, the workings of karma are very intricate and complex. It's not easy to understand. We cannot immediately say. Сейчас мы сразу не можем сказать на темы, касающиеся кармы, реакции, потому что мы знаем, что карма — это очень запутанная вещь, сложная. Instead, trying to analyze. Трудно очень проанализировать все. But we want to just understand, you know, that there can be some problems. Просто мы хотим, чтобы вы поняли, что могут быть проблемы. So we want to avoid any difficulties. Мы, другим словами, хотим избегать всех видов проблем. We want to see everybody advancing in Krishna consciousness, everyone happy, chanting the holy name. Чтобы все продвигались в сознании Кришны, чтобы все были счастливы, воспевая Святое Имя. So these things, if we understand these things, the important thing is sincerity. If we're all sincerely trying our best to work together, then that helps a lot. Суть в том, чтобы быть очень искренним, стараться прилагать все свои усилия для совместной работы, и это очень сильно нам поможет. We're all straightforward and honest. We don't hide anything. Если мы прямы, честны и ничего не утаиваем, не прячем от других. We don't have any separate motive. Если у нас нет никаких личных отделенных мотивов. We're not trying to make a lot of money for ourselves, to put money in our own pocket. Не хотим, если вот деньги себе как-то выкручивать в свой собственный карман. We're working together as a team. Мы должны работать вместе как команда. We were speaking about teamwork yesterday. Мы же вчера говорили о работе в команде. So everybody, you know, plays a part. Итак, каждый должен играть какую-то роль. Somebody is playing the part of the servant. Somebody is the manager. Somebody is these are all temporary things. Все вот эти временные наши все эти обозначения роли, кто-то как слуга больше себя ведет, кто-то как менеджер, это все временное, ну, у каждого своя роль какая-то есть. What's important is our service to Krishna. Что действительно важно, это наше служение Кришне. And the more we try to help others, the more we do good for ourselves. И чем больше мы будем способны помочь другим, тем лучше же будет для нас самих. In the material world, materialistic people, they try to pull the other person down. В материальном мире обычно материалисты стремятся другого, ну, опустить вниз. They will always, you know, find fault with them and do everything they can to ridicule him.
чтобы найти, постараться найти какие-то в нем недостатки и его так опорочить. But a Krishna conscious devotee thinks how to bring others up. Но преданный в сознании Кришны думает по-другому, он озабочен тем, как возвысить другого человека. We should always be thinking how to bring others up, how to help others. Мы должны всегда думать, как возвысить другого, как помочь ему расти. And the more we try to bring others up, the more we come up, we can help ourselves. И чем больше вот именно вот так мы поступаем, стараясь помочь другому в его росте, тем быстрее растем мы сами. Second question about could is it possible for the spiritual master from his side break his relationship with disciple, and similarly possible for temple council stop his recommendation and said we reject this disciple although we already give some recommendation with real initiations. After initiation, yeah. Well, that has to be brought up to the spiritual master. He has to be informed about the disciple that he is not acted in the responsible way, and then we have to think how to help him, how to bring him back up again. Об этом нужно информировать духовного учителя, если вот какая-то возникает у них необходимость разорвать, позвать свою рекомендацию. Нужно информировать духовного учителя, и они будут думать вместе, как теперь ему помочь, как восстановиться ему помочь. This is really coming into devotee care. Это уже как бы вопрос сферы заботы о преданных. Somebody who's a devotee who's being initiated, but they're having some problems. Кто-то получил посвящение, но у него есть какие-то проблемы. So there has to be somebody, you know, who is taking care of devotees, who is really thinking about the care of the devotees, and he knows this person's got some problem, and he goes and meets with them, and they try to work it out. Должны быть такие преданные, которые, видя, что у других преданных духовные трудности, они станут заботиться о них и станут помогать им в том, чтобы они восстановились. In some centers, they may put a ban on someone for a year or something. I've seen some devotees, you know, they told that, you know, okay, you did this, so we ask you, no, please don't come to the temple for a while. Stay away for maybe for 1 year. Вот бывает в разных преданных, я видел в разных храмах такая система, если преданный что-то плохое сделал, они его как бы объявляют ему ссылку там на год, допустим. Вот за такое-то дело, ты, пожалуйста, в храм год не приходи. You know, they ask him, maybe you just do your practice at home. Сам практикуй дома. But it won't be, not usually, unless it's something very serious, that wouldn't be eternal. И если это не что-то очень страшное такое, его проступок, то есть это не должно быть постоянным наказанием какое-то. Some devotees had problems with even molesting young children. Molesting? Touching their private part. Бывают какие-то вот такие случаи, даже кто-то домогается до маленьких детей. So, you know, something very serious like that. They were told, you know, you cannot take any official position in ISKCON. Вот, если такого преданного уличают в этом, говорят, ты никакой не можешь получить официальный пост какой-то в ISKCON. You cannot give any lectures. Не можешь давать лекции. Because you've done something, you know, very disgraceful. Если человек вот такое что-то очень отвратительное сделал. But they're allowed to, you know, after some time they're allowed to again come back and be in the background of ISKCON. Но, по крайней мере, ему позволяют через какое-то время приходить и быть как бы вот где-то на задних рядах ISKCON тоже. So everything has to be considered in terms of time, place, and circumstance. То есть на все нужно смотреть с точки зрения места, времени, обстоятельств. Yeah. These are very complex issues. Это очень сложный такой вот предмет. And temple councils, they have to make their decisions. И вот принимать эти решения как раз должен совет храма. And they would want to check also with the GBC
GBC approved of their decision. GBC нужно обязательно тогда еще получить их одобрение своего решения вот в таких случаях. Because the GBC remembers the ultimate managing authority. Поскольку мы помним наивысшим управляющим органом в ISKCON является GBC. And if some devotee is not happy with the council decision, then they can also appeal to the GBC. И соответственно преданный, который недоволен каким-то решением совета храма, также имеет полное право обратиться напрямую к GBC. В храме принята практика раздавать просад с тарелками, носить с первого этажа на второй этаж. И многим бедным это не нравится. Понесут ли за это реакции те, кто принял эту практику? So, no, it's practice is that for Sunday feast, they put prasadam in plate and bring it from first floor to second floor here. Yeah. So, and some for some devotees, they don't like this system. So, due to this unlike from this devotees, will temple council get reaction for this? Just because devotees don't like it, it doesn't mean it's the wrong decision. Если преданным что-то не нравится, не обязательно это является неправильным решением. The temple council knows what are the problems, and they've come up with a solution. Совет храма знает, в чем проблема, они какое-то выносят решение. It's difficult to please everybody. Очень трудно удовлетворить всех. We can't please everyone. Невозможно фактически удовлетворить всех. But we can simply try to please Krishna and Prabhupada. Но мы должны стараться удовлетворить Кришну и Прабхупаду. So the temple council are certain, I'm sure they're doing their best to try to please Krishna and Prabhupada. Я надеюсь, что здесь совет храма изо всех сил старается удовлетворить Кришну и Прабхупаду. And I don't think just because some people are not happy with it that the temple council will get any reaction. И не думаю, что если кто-то недоволен, то члены совета храма понесут за это реакцию. Rather, the people who think bad of the temple council, they may get reaction. Скорее те, кто плохо думают о совете храма, получат реакцию за это. Because they're not appreciating the efforts of the temple council. Поскольку они как бы не ценят тех усилий, которые прилагает совет храма в решении каких-то проблем. В начале лекции вы говорили о подношении. Как его правильно составлять и что там должно быть в этом подношении? Что может быть в подношении? Как его правильно составлять? Прохватили его мета. You mentioned about this offering to Vyasapuja. What should be in this offering? How to fill it up? Well, that is every individual's own thoughtful, you have to consider yourself what you would like to say to Srila Prabhupada. Это полностью индивидуальное решение, что бы вы хотели сказать Шри Прабхупаде или такому учителю. Some devotees write about their own service and what they're doing in their own preaching field. Кто-то из преданных описывает свое преданное служение, как занимается проповедью. Some devotees write about Srila Prabhupada and his wonderful qualities, and they remember his different... о своих воспоминаниях о Шри Прабхупаде, о том, какие у него замечательные качества. Russian devotees may remember how Srila Prabhupada came to Russia and planted the seed for Krishna consciousness. Русские преданные могут вспоминать, как Шри Прабхупада приехал в Россию и посадил здесь семена. He initiated the first Russian devotee. Инициировал первого русского преданного. And from that one devotee, everything spread. От одного этого преданного все разрослось так. So you may write about these things. В таких вещах можете писать. And you may write about the how we want to develop the preaching here in this part of the world. Можете писать о том, как вот вы планируете развивать проповедь здесь в этой части мира. You may write about Mayapur.
Можете писать о Майяпуре. You may have visited a festival, a temple, a devotee festival somewhere. О фестивалях, которые вы посещали. And you can describe all of that to Prabhupada. Все это описывает свои переживания Прабхупаде. There are really unlimited things. Воистину, здесь нет никаких ограничений. So every individual should use their own ideas and think what they would like to say. То есть полностью индивидуально. Вот что вы хотите, то и пишите. I mean, you may like to complain. Somebody may like to complain that, you know. А кому-то нравится, например, жаловаться. We're not happy with this, Prabhupada. Прабхупада, вот я недоволен тем, всем. But Prabhupada wouldn't like to hear these things too much. Но знаете, что Прабхупаде не очень-то нравилось слушать такое. It's told how Bhaktisiddhanta Sarasvati was one time approached by a devotee, and the devotee was complaining about another person. Однажды к Бхактисиддханте Сарасвати обратился преданный и стал жаловаться ему на другого преданного. And he said, yeah, this person, he's so many, he's doing this, he's doing that, he's everything wrong. Вот он стал вот так вообще поносить, он то делает все так, так, то не так, то не так. So Bhaktisiddhanta Sarasvati said to him, does he do anything good? И тогда Бхактисиддханта Сарасвати сказал, он вообще хоть что-нибудь хорошее делает? So then the devotee said, well, he leads a good kirtan. Ну, он, по крайней мере, хороших киртаны ведет. So he said, then why don't you just say that? Why do you have to go on about all these bad things? Why can't you just mention the good thing he does? И Махарадж сказал на это, почему бы тебе только вот об этом не сказать, что вот... Вот у него это хорошо получается делать, а все остальное не нужно. So like this, you know, it's not a very nice thing to tell Prabhupada about all the things we don't like, but he liked to hear that the devotees are all working together, trying to cooperate. Прабхупаде больше нравится слушать о том, как преданные работают вместе и сотрудничают. Они не слушают какие-то бесконечные жалобы на них. Atamal Krishna Maharaj wrote one letter to Prabhupada when he was a new devotee. And he was glorifying all different devotees. He's saying, oh, this devotee is so good, and that devotee is doing this, he's such a great devotee. And he was just mentioning all the good things about other devotees. So Prabhupada was so pleased. He said, this is really nice. This is Krishna consciousness. Однажды Atamal Krishna Maharaj еще вначале сам написал Прабхупаде письмо, и в нем он описывал разных преданных, с которыми он служил, и прославлял их за их всевозможные качества замечательные. И Прабхупада очень был доволен этим письмом, он ему ответил, что «О, это очень хорошо, это настоящее сознание Кришны». The more we appreciate devotees, the more we are in Krishna consciousness. Чем больше мы ценим преданных, тем больше мы в сознании Кришны. And the more we see faults, the more we are negative, then that means we're lacking in our Krishna. И чем больше мы видим недостатков и каких-то проблем, тем меньше у нас сознание Кришны. Хорошо, вот иногда у преданных формируется такое мировоззрение, они высказывают такое мнение, что искон это я, и поэтому я должен быть счастлив, а искон должен сделать преданными счастливыми. То есть это имеется в виду, я должен быть счастлив. И если я не счастлив, то тогда, значит, он справляется с своими обязанностями. Как вы оцените? Sometimes would you say that I myself is part of ISKCON. That's why duty of ISKCON make me happy. Makes me happy. So when if I not happy, it means ISKCON don't do his duty properly. If I am not happy, I should be happy in ISKCON, and if it's not so, it means ISKCON is something wrong in ISKCON. Oh, that's not very logical. Не очень логично это. It depends on your consciousness and what makes you happy. Зависит от вашего сознания, что вас конкретно делает счастливым. Somebody should be happy just to be in ISKCON. Кто-то может быть счастлив просто от того уже, что он в ISKCON находится. We should be happy to take part in all the programs which go on.
Мы должны счастливы просто быть от того, что мы можем участвовать во всех этих программах, которые имеют место. Why are we not happy? Почему мы можем несчастными себя чувствовать? Are we not chanting Hare Krishna? Мы что, не повторяем Hare Krishna? Are you not getting prasada? Или прасада вам не достается? Are you not hearing the classes? Или вы не слушаете лекции? Why are we not happy? Почему вы несчастны? Prabhupada, when Prabhupada saw one devotee, there was one man, he was Prabhupada's servant. And he was standing very morose, his face was so, you know, very unhappy looking. And Prabhupada said, if you are morose, you are not in Krishna consciousness. Однажды Шрила Прабхупада увидел своего ученика, слугу, в таком очень подавленном состоянии, разбитом. И он сказал ему, если ты чувствуешь вот такую подавленность, то ты не находишься в сознании Кришны. And Krishna also says in Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatma, that one who is situated on the platform of Brahman is a joyful soul. В этом же и Кришна говорит в Бхагавад Гите, тот, кто находится на уровне Брахмана, он наполняется ликованием. Why are we not happy? We must be thinking of sense gratification. We're on the bodily platform. И как правило, когда мы чувствуем несчастье, себя несчастными, это означает, что мы думаем о чувственных наслаждениях и находимся в это время на телесном уровне сознания. We have to get out of that bodily consciousness. Из этого телесного сознания мы должны выйти, подняться над ним. We have to get into the mood of devotional service. Нужно, наоборот, проникнуться настроением преданного служения. And any service, you can take up any activity, and if you do it for Krishna, you become joyful. Возьмите любое служение, какое вам хочется, делайте его для Кришны, и этого вас наполнит ликованием. Doesn't matter, you're cleaning the toilets, taking out the garbage, you're going to the market, everything, you can do all of these things, you can be joyful, you can be ecstatic. Экстатичным, радостным, счастливым можно быть, совершая абсолютно любое служение, моя туалет, вынося мусор или ходя в магазин для Кришны. Jayananda Prabhu, the famous disciple of Srila Prabhupada, he was the temple president of San Francisco. But he was always doing all the service, taking out the garbage, going to the market. Вот известный ученик Прабхупады Джайананда Прабху, он был президентом храма в Сан-Франциско, и он сам лично выполнял вот такого рода работу, служение. Он ходил по рынкам, убирался везде, мусор выносил. He gave everything for Krishna. Он все отдал Кришне. You can see his name mentioned. Prabhupada said, thank Jayananda Prabhu, give me $5,000, my first big donation in America, to print my book, Krishna book. Or what book? И вот о нем Прабхупада написал в Нектаре преданности в вступлении, что я очень благодарю Джайананду Прабху за его щедрое пожертвование в размере $5,000 на издание этой книги. And he left the world before Prabhupada did, and Prabhupada said that undoubtedly he has gone back to God. И он ушел даже из этого мира, даже перед Прабхупадой, Прабхупада сказал, без всяких сомнений он вернулся домой к Богу. He was so sincere, he was always trying to do service, humble service. Он был так искренен и всегда старался оказывать любое смиренное служение. He was such a humble, pure soul. Он был такой искренней и смиренной душой. So Prabhupada appreciated this man. He's gone back to God. Прабхупада это очень ценил. Он вернулся домой к Богу. He's a saint. Он был признан святым при жизни еще. His disappearance stays on the Vaishnava calendar. Его день его ухода вошел в вайшнавский календарь. If you go to Mayapur, they have a samadhi for him in the Jagannath Mandir. В Джаганнатха Мандире в Майяпуре, там его самадхи мы видим. He wasn't a big devotee. Он не был каким-то большим лидером. He didn't have a big position. Положение большого не занимал какого-то. But he was a very sincere servant. Но он был очень искренним слугой. So that's what's really required. Вот что на самом деле требуется. That we'll be happy. The more we're in that mood of being the servant, we will be happy.
И вот чем больше мы вот именно в таком настроении пребываем, смиренного слуги, тем больше мы станем счастливыми. But if we have that mode, I want to be the master, I want to be the controller, then we will never be happy. Но если мы культивируем такой дух, что я хочу быть контролирующим господином всего, мы никогда не станем счастливыми. This is asura sampat. This is a quality of the demon. Это асура сампат, качество демона. Ишвараҳам маҳамбоги седобам седоҳам балабам суки. I am the controller. I am the enjoyer. Я контролирующий, я наслаждающийся. I am perfect. I am strong. Я I am happy. Я силен, я счастлив. This is the ignorance of the demon. Это невежество демона. The devotees enjoy spiritual bliss. А преданные? In the consciousness of being separate. А преданные наслаждаются духовным блаженством сознания того, что они служат Кришне. The servant of the servant of the servant, Mahaprabhu says, Gopi Bhartu Pada Kamalayor, Dasa Das Anu Das, 1000 times the servant. Об этом говорил Махапрабху, что нужно стать слугой, слуги, слуги, 1000 раз слуги, слугой Кришны. Слуг, слугой, слуг Кришны. But we have this conditioning, you know, we're so conditioned, we have to be the controller, the enjoyer. Но мы так сильно обусловлены, что нам кажется, я должен контролировать что-то. So we have to come to that Brahma-Bhuta platform. Мы должны вот прийти к этому уровню Брахма-Бхуты. Knowing ourselves as a tiny soul, servant of Krishna. Зная, познав свое положение маленькой души, служанки Кришны. Еще есть вопросы? Yes. Он говорит, что преданный, он должен вдохновлять своим примером других для служения. Если я... Не, не своим примером. Ну, своим примером тоже. Он говорит, что менеджер должен вдохновлять. Да? Вот. И если, допустим, я кого-то вдохновляю, а мне говорят, ты давишь на меня, да, там, то есть, ну, я, допустим, вдохновляю, а мне говорят, что я давлю, да, ну, как бы, что я заставляю. Если мне кажется, как меньше, что я вдохновляю, да, мне говорят, что ты давишь. А мне говорят, что ты давишь, что ты прессуешь. Is it that manager should inspire devotee by his words and examples? But if manager thinks, I'm trying to inspire you, but his devotee to whom he approached, he said, you push it on you push. Pushing me while you're doing like this. There is this border line between inspiration from manager and pushing, try to forcefully engage devotee in some service. Yeah. Yeah, this is a difficult task of being a manager. But в этом сложность положения менеджера. But if you see that somebody is reluctant to be pushed, then of course you have to back off. Если вы видите, что кто-то сопротивляется вашему воздействию, вы его должны оставить. You just have to understand that devotee is not very advanced and you can't push them. Не нужно его продолжать с ним вот так делать. Нужно понять, что этот преданный не очень продвинут и вы не можете с ним так поступать. But we have to push ourselves. Мы скорее должны себя подталкивать. Example speaks louder. Than words. Мы знаем, что пример говорит громче, чем слова. The more we push ourselves, then the more others become inspired. Чем больше мы сами себя толкаем в нужном направлении, тем больше вдохновляются от нас другие. So this is actually the idea of the manager. The manager is also, we said, servant leader. В этом идея менеджмента. Мы говорим, менеджер это же слуга, лидер слуга. And the more the manager can have that mood of being the servant, pushing himself and being the example for others, then that creates enthusiasm among others. И чем больше вот менеджер пребывает в этом правильном настроении слуги и пытается прежде всего себя самого толкать в нужном направлении, то это и является наибольшим влиянием на других. Enthusiasm is contagious. This kid spreads. То есть энтузиазм заразителен, он распространяется на других. And if we have that enthusiasm ourselves,
then people will pick up on it and they'll also become enthused. Если от нас исходит вот этот энтузиазм, то люди будут перенимать его автоматически. So this is why we talk about a team. You need to get a team together. Вот почему мы говорим о команде. Нужно вот иметь вот эту команду. And you get the team to be enthusiastic. If one person is enthusiastic, the others pick up on it, they can also become enthusiastic. Должно вот дух энтузиазма царить в команде. Если он от кого-то исходит, другие заражаются этим. We can't expect everyone to be, you know, enthusiastic. Да, мы не ожидаем, что все прям будут такие энтузиазм испытывать особо. But one, if one, just takes one or two people to be a little enthusiastic, and everybody follows. Но если хотя бы один или два человека будут заражены неподдельным энтузиазмом, это будет влиять на всех остальных. Prabhupada told the story. He'd seen the Charlie Chaplin films. А Прабхупада вот рассказывал историю из фильма Чарли Чаплина. Charlie Chaplin, he ripped his coat or something. He ripped his coat and then he was dancing. He started dancing very enthusiastically. Там вот у него полы вот этого его, как сказать, смокинга, да, фрака, были порваны. Но он с таким энтузиазмом танцевал, как будто так и должно быть. And so everyone was looking, and they saw he ripped his coat. They all went and ripped their coats. И все остальные тоже это увидели и думали, что так и должно быть, и сами порвались и тоже все эти. And they all started dancing like he was dancing, like a madman. И стали тоже танцевать так же, как сумасшедший, как и он. So somebody showed me a movie, a film clipping. There was one man. He was in a train. And just one man, and you know, they were in the train in the underground, and everybody was sitting, you know, very sober, long faces. And this one man, he just started laughing and laughing. And as he kept laughing and laughing, the other people in the train, they all started laughing. One after another, they all started to laugh. Мне показали тоже небольшой клип. Там показана ситуация, едет поезд под землей, такая ситуация мрачная. Все сидят с такими грустными лицами. И один человек начинает смеяться, не без остановки. Смеяться, смеяться, и в конце концов это охватывает весь вагон, и все уже смеются. And then after a few minutes, the whole train, everybody in the compartment, they're all just laughing. Через какое-то время весь поезд уже смеются все. So, you know, we gotta be like that. We gotta laugh, we gotta be able to... Вот так мы сами должны поступать, начать смеяться. Прабху, you have a question? Yeah. У меня вопрос по Гуру Пуджи Сарупада. Я вот хотел вопросить. Путешествующая группа Сангитаны, согласно времени встречаются, иногда не успевает проводить Гуру Пуджи Сарупады и выходит на Сангитану. Это как воспринимать как исключение из правил. Ну а что ждет тех преданных этой же группы, если это исключение из правил становится правилом? Или Гуру Пуджа не проводится длительное время? So for traveling Sankirtana, if we sometimes unable to do Guru Puja, to Shri Prabhupada go to Sankirtana without Guru Puja, this is, I understand, it's like exception. But what will happen with those Sankirtana devotees who make this as rule? And they regularly go out without Guru Puja. Well, you're worshipping Srila Prabhupada by distributing his books. Вы поклоняетесь Шри Прабхупаде, распространяя его книги. It's understood that you're out on traveling Sankirtan, you're not going to be able to do a full temple program. Понятно, что на путешествующей Санкиртане трудно всей храмовой программы придерживаться. But you don't always stay out on the road. Но вы же не постоянно вот путешествуете. Sometimes you do come back to the center. Вы же возвращаетесь в центр периодически. And when you come back to the center, then you have to take part in the full program. И уже в центре вы принимаете участие в полной программе. But because you're making that sacrifice to go out on the road and distribute books away from the temple, then Krishna will help, will protect you, he will give you special mercy. Но за то, что вы вот вне храма где-то выходите постоянно на улицу, распространяете книги Прабхупады,
Заодно это Кришна вам даст особую милость. But if you want to do the puja yourself, you can do it individually. Но если хотите так сильно пуджу проводить, вы можете сами ее проводить индивидуально. Prabhupada one time told us, he said, we didn't need deities or anything in the bands. He said, just worship my books. Падана же вообще сказал, что нам даже в автобусах наших санкиртанских не нужны божества, просто поклоняйтесь моим книгам. So you can simply open a book to the picture of Srila Prabhupada and you can sing the Guru Vandana song. Просто открываете картинку в любой книге и поете изображение Прабхупады, Гуру Вандана. If you have some strong feelings that you're feeling this is lacking in your sadhana, then you would like to do it, then you can go ahead and do it in your own private worship. То есть если чувствуете такую сильную потребность в проведении Гуру Пуджи Прабхупаде, вы можете индивидуально где-то отдельно петь, открыв его изображение. You must be doing something there. Probably you must have an arti, or you do some kirtan every morning. You have to have some morning program. Ведь какая-то у вас утренняя программа должна быть, арти какой-то в любом случае. So that time you sing Guru Vastakam, that's also worship of the spiritual master. Вы поете Гуру Вастаку, это тоже поклонение духовному учителю. So if you're singing the Guru Vastaka, you do Mangal Arti, that is also Guru Puja. И если вы поете Мангаларти, Гурашнаку, это тоже Гуру Пуджа. Prabhupada had also told devotees who were doing book distribution one time, he told them, he said, they don't need to come to the morning program, he said, they can just go out all day and distribute books. He said, they should have the best prasadam. Однажды Шрила Прабхупада сказал про распространение книг, а им вообще не обязательно даже на утреннюю программу приходить, пускай весь день распространяют, и еще при этом им нужно обеспечить наилучший просад. Of course, we understand that morning program is also very important. Конечно же, мы понимаем при этом, что утренняя программа также очень важна. There may be some special times during a marathon or something where you don't have so much of a morning program. Бывают особые времена, типа марафонов, когда трудно уделять внимание утренней программе. So over long periods of time, this is not recommended. Конечно, долгий период времени так не рекомендуется поступать. So that is why sometimes devotees who go out on traveling sankirtan, sometimes they will decide they want to come back and stay in the temple for some time and have a regular temple program. Они это сами чувствуют, которые распространяют на выездной. Они чувствуют, что вот уже настало время вернуться в храм и поучаствовать какое-то время в регулярной, обычной храмовой программе. Yes, по каким признакам может лидер понять, что он правильно делает, даже если есть какие-то проблемы, он делает все правильно, будет правильно, или наоборот, что он делает неправильно, чтобы подбуждать. Есть признаки, чтобы лично ему оценить? How leader can judge himself, is he doing everything rightly or wrongly? What is it? Science of this for himself. Well, that's why seniors are there, others, equals and seniors, they can also assess. You can ask them for their guidance. How am I doing? You can ask for their opinion. So seniors. Yeah, and or even equals. Он может для этого советоваться либо со старшими своими, либо даже с равными, прямо просто спрашивать, как я поступаю, правильно? You can also understand ourselves also, how much are we attached, how much are we increasing our attachment to material life, and how much are we becoming attached, more attached to Krishna. Другой критерий этому, насколько я больше привязываюсь к материальной стороне жизни или к Кришне. Are your material desires increasing or decreasing? Увеличиваются ли ваши материальные желания или уменьшаются? You know, if our material desires are decreasing, then this is a good sign that we must be doing the right things. Если наши материальные желания уменьшаются, это хороший симптом, значит мы все делаем правильно.
We must, you know, means you should be properly engaged according to our nature. Ви правильно зайняті в соответствии со своей природой. But if material desires are increasing, you're feeling dissatisfaction, then maybe you're not properly engaged according to your nature. І, скорее всего, ви в соответствии своей природой не зайняті, если в результате ваше служение, ваше материальное желание увеличивается. Maybe there has to be some either change in the way that we do things, either in the way we do things, or maybe you have to do a different service. Здесь уже нужно либо поменять отношение к тому, что мы уже делаем, как-то это более правильно делать, либо вообще служение поменять. That's why we have also, why we need also shiksha gurus and people like that, mentorship, people who can give us advice. Вот для этого нужны и наставники, и шикша гуру, которые могут нам с этим помочь. And we have to be willing to reveal our minds to them also. Конечно, при этом нужно иметь желание открывать им свой ум. Are we satisfied? Довольны ли мы? Are we feeling dissatisfied? Или чувствую какое-то разочарование? Then, you know, this, we have to consider everything. Все вот это нужно принимать во внимание. Yes, Guru? Вот вопрос. Ну, бывают родители, они беспокоятся, начинают, знаете, говорить, что вот, ну, берут они кредиты, например, родители, да, которые не преданы, и они поедут потом звонят и говорят, приезжай, там, помогай, например, вот, устраивайся на работу, помогай мне, там, да, а ты при этом... Зачем? Ты служение при этом занимаешься, как вот здесь правильно поступать? So if I serve and my parents are not devotees, we take some loan, and when they call me and say, please come back, try to engage in some work, start to work and help us to pay them back. So what to do? And they say we try to do all of this for you, also for your benefit. We take this money from them. Please help us. Well, you can. There are different things you could do. Можно по-разному поступить. One thing is you could do. You could say I've surrendered my life to Krishna. So можете сказать. Вообще я предался Кришне. I'm freed of all debts. You know, one who surrendered to Krishna doesn't have any debts or responsibilities. И тот, кто предан Кришне, у него уже никаких нет долгов ни перед кем, никакой ответственности. My debt was to Krishna, and I'm repaying that by being a devotee. У меня единственный долг перед Кришной, и я его отдаю, вот пытаясь быть преданным. Otherwise, if you go back, and then you have to try to be in Krishna consciousness at the same time. Если же вы все-таки решите к ним вернуться, то старайтесь выполнять там все, все равно оставаться в сознании Кришны. You have to bring Krishna consciousness into your home. You have to tell your parents, okay, I'll come home, but you have to change your way of living. You have to be like me. You have to become a vegetarian. And you have to stop all the maya. But you know, I want you to also become Krishna conscious as I am practicing. И вы можете сказать, хорошо, я приеду вам помогать, но при этом я прошу вас, чтобы вы стали тоже вегетарианцами, бросили всякую свою майю такую, и чтобы вы тоже становились преданными Кришны. No, they're asking you to come home, so you tell them, I'll come home under conditions. И, то есть они просят вас вернуться домой, и вы говорите, хорошо, но я это могу сделать только при определенных условиях. And that money they borrowed from the bank, we're going to use it all in the service of Krishna. И вот эти деньги, которые вы в банке взяли, мы их будем все использовать в служении Кришне. It's all Krishna's money. Это же деньги Кришны. Okay, so maybe we'll stop now. Any other question? Еще есть вопросы? Okay, thank you. Hare Krishna.